Так и знала, что рейс задержится. Извините, не подскажете, а надолго задерживают рейс Мариуполь-Дубай? Sorry, do you mean Mariupol-Dubai flight? I think we will be in the plane within an hour. Ah, you speak English. Thank you. А как же я им перешлю деньги, если я в это время буду в самолете? Алло, привет, Сергей. Как дела? Привет, Марина. Отлично. У тебя как? Да собралась в Дубай в отпуск на недельку, а тут надо срочный перевод сделать. Скажи, я же смогу сделать платеж по расписанию в Перфекте, а то я буду в самолете без доступа к нету. Конечно, сможешь. Там можно и на мобильный, и на мыло заплатить. О, классно. Сейчас я по 3G запрограммирую, а то у меня дальше связи не будет. Спасибо, Сергей. Всегда пожалуйста. Звони. Операция по отправке денег вашим друзьям или партнерам по бизнесу стала еще проще. В системе Perfect Money у вас также есть возможность выполнять авансовые платежи, осуществление которых возможно через функцию «Платеж по расписанию». Единичный платеж используется в том случае, если вам необходимо совершить единичный платеж на какой-либо счет внутри системы Perfect Money. Для отправки платежа следует зайти в раздел «Внутренний перевод» и нажать на ссылку «Единичный платеж», стоящую в одной строчке со счетом, с которого вы хотите отправить деньги. После того, как выбор счета был сделан, вам необходимо заполнить платежное поручение. Введите сумму, которую вы хотите отправить получателю, введите счет получателя, описание платежа. После заполнения бланка нажмите кнопку «Предпросмотр». Примечание к платежу может помочь вам в дальнейшем определить, куда и с какой целью был направлен платеж, а также просматривается службой антифрод-мониторинга системы Perfect Money для контроля платежей. После этого вам остается лишь подтвердить вашу транзакцию. Нажмите на кнопку «Отправить деньги», если вся подтверждаемая информация верна, или кнопку «Редактировать» для возврата назад и исправления деталей платежа. После завершения операции вам будет представлен номер транзакции, бэдж. Каждому платежу присваивается свой уникальный номер транзакции, с помощью которого вы сможете отследить историю своей операции. Вся информация по транзакциям доступна в сети выписка внутри клиентской зоны. Более подробно о сети выписка будет рассказано в соответствующей серии. Платеж по расписанию. Данная услуга поможет вам настроить, к примеру, регулярные платежи за хостинг или другие выплаты компаниям, чьи услуги должны оплачиваться ежемесячно или даже ежедневно. Используйте функцию «Платеж по расписанию» для вашего удобства. Для этого зайдите в раздел «Внутренний перевод», выберите счет, с которого вы будете делать платеж, и нажмите ссылку «Платеж по расписанию», стоящую в одной строчке со счетом, с которого вы хотите отправить деньги. После выбора счета вам необходимо заполнить платежное поручение. Выберите дату проведения платежа, выберите период выполнения платежа. Как вы можете выбрать текущий месяц для платежей только в текущем месяце или каждый месяц для выполнения ежемесячных платежей. Укажите сумму, которую вы хотите отправить получателю, укажите счет получателя, а также рекомендуется добавить описание платежа.
примечание к платежу поможет вам в дальнейшем определить, куда и с какой целью был направлен платеж. То есть можете писать примечание, здесь есть своя функция. А также просматривается служба антифрод мониторинга системы Perfect Money для контроля платежей. Совершив предварительный просмотр всех деталей платежного поручения, подтвердите транзакцию. Нажмите кнопку «Сохранить платеж» по расписанию, если вся подтверждаемая информация верна. В противном случае нажмите кнопку «Редактировать» для возврата в предыдущий раздел. Вы можете просмотреть уже заданные платежи в разделе «Внутренний перевод», нажав на ссылку «Мои платежи по расписанию». Здесь предоставлена вся информация по заданным вами платежам. Вы можете отредактировать или удалить их в любое время. Раздел «Мои платежи по расписанию» является недоступным, если у вас нет заданных платежей. Платеж на e-mail. Система позволяет сделать перевод средств пользователю, зная только его электронный адрес, даже если он не зарегистрирован в системе. Для этого вам необходимо зайти в счет, с которого вы отправляете деньги, выбрать опцию «Перевод на e-mail», ввести e-mail адрес получателя и сумму к отправке. Получателю на e-mail будет доставлено письмо со специальной ссылкой, по которой необходимо перейти на сайт Perfect Money, зарегистрироваться, если он еще не является клиентом системы, и тогда средства будут зачислены получателю на счет. Платеж на мобильный телефон. Система позволяет сделать перевод средств пользователю, зная только номер его мобильного телефона, даже если он не зарегистрирован в системе. Для этого вам необходимо зайти в счет, с которого вы собираетесь отправить деньги, выбрать опцию «Перевод на мобильный», указать сумму платежа, счет, с которого необходимо перевести средства, и номер мобильного телефона. Получателю вашего платежа на мобильный телефон поступит номер и ваучер, введя которого он сможет зачислить средства на свой счет. Список получателей. Для удобства проведения платежей можно создать список получателей платежей. Вам необходимо только добавить получателя в свой список, и в будущем вам потребуется лишь выбрать кого-либо, какого-либо получателя из списка, что позволит сократить время, необходимое на отправку денежного перевода, и исключить ошибки при вводе номера счета. Список можно редактировать. Минимальная сумма перевода $0.01 или евро в валюте или $10 золотом. Внимание, все платежи, совершаемые в системе, безвозвратные, поэтому настоятельно рекомендуем вам проверять все данные перед отправкой, пользуясь опцией «Предварительный просмотр». Быстрый платеж. Теперь можно сэкономить время благодаря опции «Быстрый платеж», которая фактически выглядит как кнопка в главном меню, доступная в любой момент пользователю аккаунта. При нажатии на кнопку «Мгновенно», без перезагрузки, в этом же окне появляется форма для отправки быстрого платежа, в которую достаточно вписать сумму и аккаунт получателя. Система сама определит валюту и аккаунт, на котором есть средства для проведения платежа, что позволит сильно сэкономить время при частом использовании системы. Если счетов с балансом достаточно для проведения платежа несколько, система позволит сделать выбор. Интеллектуальная система антифрода или проверки для проверки платежей. Все платежи проходят проверку службы безопасности Perfect Money. В ряде случаев эта операция проводится в ручном режиме, что позволяет означает возможную задержку при проведении транзакций. Администрация Perfect Money просит относиться с пониманием к этому, поскольку такая деятельность в конечном счете положительно отражается на всех пользователей Perfect Money и позволяет минимизировать долю мошеннических транзакций. Все в порядке. Теперь можно спокойно лететь в Дубай.